продолжаем собираться. Сейчас буду складывать косметичку именно с мицеллярками и тониками. Все-таки решила брать вот эту большую косметичку, и сюда я буду класть как раз такие вот мицеллярки, тоники и так далее. Сейчас покажу, что мы вообще возьмем с собой. Возьмем вот такой вот гель для умывания. Им пользуется в основном мама, потому что я гелями не очень пользуюсь. Так, возьмем мицеллярку. Цветочная вода. Мне она очень нравится. Ну, скрабы, я думаю, брать не надо. Расческа мне еще пока нужна будет. Я возьму еще шампунь и сыворотку. Так как голову я буду мыть уже там, потому что я хочу накрутиться, поэтому возьму с собой шампунь и сыворотку. Вот эта вот сыворотка, кстати, мне очень нравится. Во-первых, ее не надо смывать, то есть просто нанесли на волосы, и все. Во-вторых, у нее просто офигенный запах. Очень-очень приятно. Ну и волосы становятся прям такие гладкие и блестящие. В общем, сыворотка офигенная. Я надеюсь, у меня ничего там не польется и не разольется. Я очень-очень на это надеюсь. Набор кисточек брать мы не будем. Так, тени я взяла. Тушь, это еще мама не накрасилась, поэтому это пока складывать не будем. Тоналка тоже. Ну, вроде бы все, собралась. Сейчас спрошу маму, что, может, я что-то забыла. Еще, смотрите, вот в такой вот пакетик сложила ушные палочки и ватный диск. На самом деле, очень удобно. То есть, не нужно брать прям упаковками ватные палочки или диски. Просто вот складываем в такой маленький пакетик. И все это компактно помещается в косметичку. Мы уже выехали, нам ехать 3,5 или 4 часа, что-то точно не помню, по-моему, 4, да? 4 часа. Сейчас заехали в Евразию взять суши, чтобы сегодня вечером покушать. А я еду и везу торт. Ой, я вам спалила цвет. Ну да ладно, я думаю, вы его не увидели. Показывать вам его не буду. Мы с Миланой, смотрите, вот так вот завалены. Здесь, в общем, у нас мой рюкзак, Миланы фломастеры, а сзади... А сзади там кошмар, вот так вот это все выглядит. Там, в общем, очень много коробок. Мне кажется, мы набрали на несколько дней вещей больше, чем когда мы едем на море. Смотрите, какой красивый закат. Мы уже приехали. Сейчас получим ключики от домика и пойдем заселяться. Прям вообще закат красивый. А на телефон еще прикольнее выглядит. А ты еще снимаешь? Блин, я в кроссовках. Слушай, здесь снег. Я даже не подумала, что тут снег. У нас вообще реально снега, посмотрите, снег лежит. Тут вообще снега нет. Здесь прям зима. Короче, гулять особо. Ну, в смысле гулять особо? Будем гулять. Кроссовка вообще. Ну, кролики, наверное, не бегают. Наверное. Но это не точно. Но мы придем да их кормить. Мы взяли морковочку. Все, мы уже заселились в дом. У нас дом енот. Вот этот вот домик. Ну, закат здесь просто вообще офигенно. Снег, оказывается, это только сегодня. Столько насыпало, представляете? Посмотрите, сколько снега. Это все за буквально полдня насыпало здесь. До этого снега не было. Ладно, идем заселяться. Я тут с пакетами стою. Все, мы уже заселились, давайте быстренько вам проведу рум-тур. В принципе, домик похож на тот, который мы жили в прошлый раз. Здесь коридор, тумбочка, шкаф. По большому счету все. Кстати, зонтик. Раньше не был зонтик. Зонтик появился. Здесь большая гостиная, большой стол, получается, на 6 человек. Здесь разные чипсы, кофе, чай. Точно за дополнительную плату. Это комплимент. Милана уже что-то там ищет по телевизору, в ютубе. Здесь, смотрите, большой диван с этой стороны. И просто офигенный вид на озеро и на закат.
Смотрите, какой закат. Красота? Давай так прямо открой, пусть будет такой, чтобы вот так? Любоваться красотой пока. Да. Я красота с тобой. Мелан даже не видела за навесками этой красоты. Я красотой. Поэтому говорю, пусть вот так будет. Так с красиво. Этой стороны тоже окно. И здесь на лес. На лес? Да. И трав какой. Два пусика. Как они называются? Мешки, да? Угу. И еще две комнаты. В одной комнате получается большая кровать. King size. И две тумбочки. А здесь вид у нас куда? На домики. На домики и на кафешку. На ресторанчик. Там вот ресторанчик. Кстати, все очень вкусно в ресторане. Да. У нас завтра в планах шашлыки, но может быть и заглянем. А, здесь еще, кстати, большой шкаф. И комод. Куда можно разместить все вещи. Полотенце. Да? Ну и пойдем дальше, в следующую комнату. Здесь, смотрите, в этой комнате две кровати. Мы их соединим, и будет одна просто гигантская. На всю комнату. На всю комнату, да. Там можно вот так положиться, на две кровати сразу. Здесь комод, также шкаф. Ну и вид такой же, как и в предыдущей комнате, на кафешку и на домике. И на снег. И на снег. Кролики не бегают сейчас, сейчас вообще. Еще холодно. Это вообще, как так? В апреле снег. Так еще так много. Сказали, что именно сегодня такой снег вот выпал, как бы вообще снега не было. Ладно, пойдем еще в санузел. Санузел, и надо сумки разбирать. Да, надо сумки разбирать, потому что у нас много еды, нужно складывать в холодильник. И у нас сейчас гости приедут, к нам гости приедут. Да, санузел, он точно такой. Как... Зеркало другое. А, точно, да, там было такое большое зеркало, здесь круглое. Да, прямоугольное там такое. Но было. Ну, а там тоже такая же подсветка. Ой, оставь подсветочку, прикольно. Такая же подсветка была, фен есть. А, здесь, смотрите, зубные щетки, зубная паста, шампуни, гели для душа. В принципе, можно с собой ничего не брать. Да, но я взяла с собой шампунь, потому что я доверяю своим шампуням. Вот. Ну, просто шампунь, как бы... Ну, это такое личное, как бы, ну, если да. Волосы капризные, как у нас, не да, то волосы не, ой, к волосам не все шампуни подходят. Ну, это живая кабинка, собственно говоря. И теплый пол, очень-очень комфортно да. Здесь находиться. Туалет, а, кстати, здесь еще беда. Гигиенический душ есть. Ладно, все, давайте разбирать пакеты. А, кстати, тапочки еще. Зато можно поиграть. Это что за игра? Мухобойка. Мухобойка. Я думала, это, знаешь, это... Бадминтон! Бадминтон! Еще хотел сказать, это вторая ракетка. Она, наверное, током бьет. Ой, мамочка, положи, пожалуйста. Наверное, потому что... Все, давайте разбирать продукты. Кто сейчас к нам гости придут, нам надо тут все разобрать. А, кстати, у нас тут еще терраса есть, и на террасе тоже стоит стол и стулья. Да, и к ним вот там вот в шкафчике сейчас видела уже сиденье. Но вряд ли они нам сейчас пригодятся, потому что снег и очень-очень холодно. Ну, может быть. Может. А может и не быть. Смотрите, что мы нашли в магните. Твикс со вкусом апельсина. Вы когда-нибудь такое пробовали? Мне кажется, это вообще какая-то новогодняя серия, потому что здесь, смотрите, снежок. Твикс большой и со вкусом апельсина. Обязательно попробуем. Взяли два сразу таких. Я такой вкус вообще не видела. Кто пробовал, пишите, вкусно вообще или нет. Мам, помогай, доставай. И разломай его пополам. Какая-то новинка. И там будет то же самое. Обычно карамель. Обычно пахнет твикс. Апельсином. А выглядит как обычно. А вкусный как обычно. И чем он пахнет апельсином? Не, ну пахнет. Тут у нас, смотрите, суши. Кстати, твикс вкусный, в принципе. Здесь у нас суши, блинчики. Бананы. Ну, что-то как-то, знаете, баунти мне больше зашел, чем твикс. Хорошо, что на колготке, а не на трусы. Еще есть на носки. Другой вариант. Но там слишком много носков надо. А на трусы покажешь, как делают? Как на трусы делать, покажешь? Я не знаю, как на трусы делать. Нет, это мои колготки. Это колготки не Ань. Они маленькие, ты их не носишь. Ну, как не ешь?